Очень трагическая новость сегодня рано утром появилась на сайте Государственной Думы. Уважаемые зрители, не забывайте подписываться в срочном порядке на наш YouTube-канал, чтобы завтра утром не пропускать самые интересные и самые актуальные новости российского шоу-бизнеса. Нам сегодня сообщили рано утром о том, что буквально час назад из зала Государственной Думы на скорой помощи 19-ю городскую больницу доставили российского депутата Государственной Думы, а также по совместительству российского актера Дмитрия Певцова. Во время выступления на одном из заседаний ему стало плохо, и он потерял сознание. Присутствующие там пытались оказать ему медицинскую помощь, но ничего не вышло. На данный момент Дмитрий Певцов находится в больнице в очень тяжелом состоянии. Медики пока никаких прогнозов и комментариев, к сожалению, не дают. Следите, друзья, внимательно за нашими новостями. Ведь завтра утром на нашем канале появится продолжение этого выпуска, где вы сами более подробнее об этом всем узнаете. До скорых встреч, берегите себя и будьте всегда с нами.